В течение нескольких последних лет немало жителей различных стран получили российское гражданство. Кое-где это происходило массово, например, в Абхазии или Южной Осетии, но кое-где требовался индивидуальный подход. В связи с нынешней ситуацией в Крыму требуется уточнить законодательную базу для того, чтобы эта процедура проходила без бюрократических проволочек. Эта поправка к Федеральному закону Российской Федерации об упрощении принятия гражданства была выдвинута постановлением правительства 30 июля этого года. Виза эта будет выдаваться на срок от 1 года тем людям, которые будут признаны носителями русского языка в соответствии со статьей 33 Федерального закона о гражданстве Российской Федерации. А это говорит лишь о том, что человек должен владеть русским языком и ежедневно пользоваться им на бытовом уровне. Но здесь возникает вопрос, кого называть носителем русского языка, потому что до сих пор существовал разноуровневый экзамен для тех, кто желает получить гражданство России, и его пока никто не отменял, так как закон принят, а рабочие документы все еще в разработке. Так что пока стоит подождать, когда эта новость достигнет нашей страны. В принципе, это выглядит так, что сейчас человеку для того, чтобы быть признанным носителем языка, автоматически быть признан носителем языка, необходимо либо проживать в России какое-то время на законных основаниях, либо иметь родственников по прямой восходящей линии, когда-либо проживавших в России или на территории бывшего СССР. Тогда они могут быть автоматически признанными носителем языка и получить гражданство в упрощенном порядке. Что касается лиц без гражданства или иностранцев, то для них действует правило. Первое. Они обязаны прожить определенное время на законных основаниях в Российской Федерации. Второе. Они должны пройти собеседование в специальных комиссиях, которые будут созданы при федеральных органах власти Российской Федерации, где определят, является ли он носителем языка или нет. Здесь следует заметить, что экзамены нужно сдавать всем русскоговорящим, если они получали документы об образовании после 1991 года, когда Эстония обрела свою независимость. У создания этого законопроекта были и свои основания. Ну, здесь нет секрета. Собственно, это было сразу после того, как Крым был присоединен к Российской Федерации. И там есть 350 тысяч, которые изъявили желание стать гражданами Российской Федерации. Огромное количество. И, как вы обратили внимание, закон направлен в первую очередь именно на носителей русского языка или тех, кто как-то связан или проживал ранее на территории Российской Федерации. То есть это впрямую можно отнести к большинству населения Крыма. Важность документа и в том, что теперь требования предъявляются не только к тем, кто ходатайствует о гражданстве, но и к тем, кто его оформляет. Все-таки кажется, что для жителей нашей страны этот документ не будет столь актуален. Ведь на одну из последних презентаций программы переселения в Россию едва ли набралось несколько десятков человек из нашей страны. И все-таки эстонскому государству стоит задуматься над тем, хочет ли оно противопоставить шагам России более мягкие правила получения гражданства. Хотя нынешняя обстановка вряд ли способствует таким переменам. Сергей Дыдыкин, Сергей Попридуха, Вячеслав Скалецкий. Первый Балтийский канал.